Доброе утро. Здравствуйте. Мы Мособлгаз, мастер Зарудняев. Проводим обследование газового оборудования. Можно? Проходите, пожалуйста. Спасибо. Лучший способ предотвратить несчастный случай – своевременно проверить исправность техники. С этой целью специалисты Мособлгаза посещают дома в Подмосковье, обследуют газовое оборудование и проверяют его работоспособность. Утечек газа не обнаружен. Проверяют трубы, котлы и электроприборы. Кроме того, рассказывают о безопасном использовании оборудования и о том, что делать при утечке. Если почувствуете запах газа, краны перед приборами перекрываем, открытого огня не разводим. Электроприборы не включаем, не выключаем. Открываем форточку для проветривания, звоним 112 либо 104 и ждем приезда аварийной бригады. В ходе осмотра специалисты также проверяют наличие договора на техобслуживание газового оборудования. Если он отсутствует, предлагают заключить прямо на дому. Договор на техническое обслуживание должен быть у каждого абонента, кто является потребителем газа. В случае отсутствия договора на техническое обслуживание выдается уведомление не менее двух. И в последующем производится отключение от потребителя от газа. Специалисты напомнили, техническое обслуживание нужно производить не реже одного раза в год, в зависимости от паспорта производителя. Проверки же газовой безопасности в жилых домах продолжат в майские праздники. С начала апреля сотрудники Мособлгаза уже посетили 30 тысяч домов.